Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговоримо програму «Велике будівництво». У нас в гостях Юрій Голик. Юрій Голик – консультант програми «Велике будівництво». Закінчив Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, спеціальність «Фінанси та кредит». Працював топ-менеджером у галузі медіабізнесу. У 2015-2019 роках радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Зараз у його компетенції – питання розвитку інфраструктури України, хобі, гра у футбол. Пане Юрію, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви вперше. Як вам у нас? Красиво. Ніж мед, що називається. Юрій Юрійович, перейдемо до справ. От хотів би почати з історії 2015-2019 роки. Більше ніж 4 роки ви були радником губернатора Дніпропетровської області, голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Різніченка. Як оцінюєте свою роботу у цій якості? Цікавлять як плюси, так і мінуси. Я думаю, что 4 года губернаторства Резниченко – это самые успешные 4 года для Днепропетровщины. Я уверен, что следующие 4 года будут еще успешнее. Сейчас его вторая каденция началась. Да? И мне кажется, что те вещи, которые мы делали в инфраструктуре Днепропетровской области, до сих пор еще не все области могут другие их повторить. Ну, от які це речі, да? І знову ж таки, цікавлять як плюси, так і мінуси. Якщо поглянути на кишки. Мінус один – це в тому, що государство довгі роки не уділяло должного внимання інфраструктурі, тому зробити за 4 роки все, що не робилось там 50 років, невозможно. Да? А плюси – на прошлой неділі, в понедельник, з візитом Дніпропетровської області був міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов, який в силу там, своїх должностних повноважень їздить по всій країні і слідить за програмою «Велике будівництво» і своїми глазами видит и руками щупает каждый объект. Его мнение, что из всех областей Днепропетровская область номер один по качеству и по архитектуре создаваемых объектов. Причем мы ему показывали как объекты, которые строятся в этом году, так и те, которые были построены в 16-17 годах как образец. И мы уверены, что многие из проектных решений, найденных тогда Резниченко, сейчас лягут в основу некого мануала для всех областей. Потому что все хорошее, что есть в любой области нашей страны, должно описываться в неком мануале и распространяться на другие области. Нет смысла изобретать велосипед, если где-то кем-то найдено удачное решение, его просто нужно мультиплицировать. Юрій Юрійович, ну логічне питання з цього випливає, з того, що ви сказали. Ви 4 роки були радником Резниченка, навіть більше, да? Це не вважаючи той період, коли ви працювали разом у бізнесі, да? У медіабізнесі, зокрема. У грудні минулого року Різніченко приходить на свій другий термін. Його призначає президент, відповідний указ підписує. Чому ви не пішли разом з ним? Тому що після уходу Різніченка із УГА я був советником прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У меня семья живет в Киеве, и я думаю, что вторые 4 года ребенок бы, наверное, не сильно был рад видеть папу там, раз в 2 недели на выходных. И, в принципе, я живу в Киеве. И есть в Координационной Раде Великого Будовництва, которую Кирилл Тимошенко возглавляет. Я один из консультантов, который с этой радой сотрудничает. И мне есть чем заниматься там, условно говоря. Но при этом там какую-то часть своего времени я все равно приезжаю к своим друзьям в Днепр. Ну, Кирилл Тимошенко, до речі, також сам з Дніпра слідує, да. Значить, да. Пане Юрію, тобто ви перехопили моє наступне питання, да? Я хотів спитати, власне, що вас більш не цікавлять регіональні такі проекти, оскільки ви довгі роки працювали в нашій області? Велике будівництво – це совокупність регіональних проєктів. Тобто все, що робиться в рамках великого будівництва – це совокупність того, що робиться во всіх областях нашої країни. Давайте, власне, про програму «Велике будівництво». Вона почала діяти так активно, і активно її почали обговорювати саме у 2020 році, це минулий рік. Що це, власне, за програма і чому ви, власне, вирішили до неї приєднатися? Що ви безпосередньо чим займаєтесь? Тому що ми на прикладі Дніпропетровської області в 15-19 роках боролись з дебілізмом в бюрократії, з ідіотизмом і приводили все в відповідь зі здравим смислом. І коли був сформірований Кабмін Гончарука,
было одновременно два направления, над которыми работали. Это дороги, был простой вопрос от президента Зеленского, как сделать все дороги за 4 года. И второе, как привести в порядок всю инфраструктуру. Потому что даже в столице, в Киеве, не все школы соответствуют там, современным каким-то веяниям и духу времени. То есть, если вы возьмете в интернете, посмотрите школы там, в Швеции либо в Японии, это кардинальное отличие от того, что мы видим на территории Украины. А если вы отъедете от Киева или от Днепра за 40 километров, вы увидите школу, в которой туалет вообще находится на улице. Это еще там с 30-х годов прошлого века, когда она была построена. Поэтому была инициатива президента по приведению всей инфраструктуры страны в надлежащий вид за несколько лет. Была под это создана программа «Велике будівництво», были определены источники финансирования, были найдены узкие места, то, что можно улучшить. И с начала 2020 года эта программа, по сути, стартовала. Ну, яка є взагалі ідеологія, яка концепція? Да? Це велика програма, розрахована на середньострокове мінімум. Ідеологія, щоб ребенок рождался в современном роддоме. Есть такое понятие, как перинатальные центры, неонатальные центры. Да, это там до рождения малыша, там после рождения. Чтобы мамы, которые там рождают, там до рождения наблюдались в нормальных условиях, после рождения ребенка наблюдались в нормальных условиях. Чтобы ребенок ходил в нормальный детский садик, а не в каземат. Чтобы он по идеальной ровной дороге ездил в хорошую современную школу, которая школа является только по табличке. На самом деле это комфортное спортивно-образовательное пространство, в которое ребенок как в сказку попадает. Очень хочется, чтобы дети учились в нормальных институтах, чтобы взрослые лечились в нормальных больницах, чтобы в Украине были региональные аэропорты, с которых можно было летать. Если вы обратите внимание, то у нас Украина с точки зрения авиации – это кластерная страна. Вы не можете ни из одного областного центра долететь прямым рейсом в другой, только через Киев. Это нонсенс. Ни в одной развитой стране мира такого нет. В этом году в рамках там, программы «Велике будівництво» первые 5 или 7 региональных аэропортов будут приведены в порядок, включая Кривой Рог, с которого там, с 1 июня уже «Роза ветров» полетит 3 раза в неделю. Кроме того, это порты, с которыми нужно разбираться, это железная дорога, с которой постоянная проблема Укрзалізниця, это скоростные поезда, которые должны быть, это куча недостроенных мостов по всей стране, в частности, там съезды Скадатского моста, которые есть в Днепре, надеемся, в этом году начнется их строительство, или Запорожские мосты, которые, надеемся, в этом году их строительство закончится, хотя 14 лет с ними не происходило ничего. Стосовно аэропортів ви згадали, да, я думаю, всіх мешканців обласного центру, хоча зараз після адмінреформи трохи по-іншому, там називається, не будемо в ці дєбрі, як то кажуть, дайте. Всіх мешканців обласного центру Дніпра турбує питання аеропорту. Що там, коли почнеться будівництво злітної смуги, коли, власне, об'єкт буде зданий в експлуатацію, новий зараз термінал? Зараз йдуть підготовительні роботи. Взльотна полоса повинна бути построєна, як і термінал, за 2 роки. А як тільки дозволять погода і будуть готові всі необхідні розрішительні документи, генеральний подрядчик, вигравши торги на Прозоро, обіцяв показати настояще масштабне будівництво. Я сам з нетерпением этого жду, очень хочу увидеть, как это начнется. Так, если я не помиляюсь, там близко 5 миллиардов было. Сумма тендера была 5 чем-то миллиардов, подрядчик выиграл с большим падением по цене порядка 30%, но уверяет, что он за эти деньги сможет это построить, и, конечно же, государство только будет счастливо, если при такой экономии взлетно-посадочная полоса будет соответствовать всем техническим характеристикам. Вот стосовно великого будівництва и стосовно тех слов, что вы сказали, да, хорошие школы, хорошие дитячі садки, таке інше, лікарні. Це, ну, зрозуміло, що це всім хочеться. Але, от саме стосовно програми, по відношенню до того будівництва, да, яке буде і вже проводиться, да, це стосується лише обласних центрів, районних центрів, чи навіть дальніших? Це касається взагалі будь-якого населеного пункту в країні. Ну, смотрите, в цьому році, допустим, в рамках великого будівництва в Дніпропетровській області строїться басейн в Нікополі. Нікополь – це ж не, там, не районний центр, не обласний центр, правда? А в этом году, в этом году строится огромный стадион возле школы в Карповке. Карповка – это вообще село просто. А тут не важно размер населенного пункта. Важно, что в каждом населенном пункте должна быть нормальная школа и нормальный стадион. Потому что если мы хотим, чтобы наша там, сборная по футболу условно становилась чемпионами мира, то дети должны иметь возможность с детства тренироваться в нормальных условиях. Днепропетровская область всегда была номером один по качеству спортивной инфраструктуры. Вот посмотрите, там стадион
в Петриковке, стадион Магдалиновки, стадион Синельникова, ДЮСШ Каменское и так далее, да? Там стадион Олимпийские резервы, построенный из руин. Мы хотим, чтобы такие стадионы, как Олимпийские резервы, в рамках великого будівництва были по всей стране. А що, от, ну, всі це хочуть, знову ж таки, що для цього робиться, яке фінансування, на якому рівні взагалі фінансується велике будівництво? В этом году фінансування великого будівництва порядка 130-140 мільярдів гривен. Это порядка 10-12% всего государственного бюджета Украины. Это сумасшедшие цифры для всех предыдущих годов. Никогда ранее инфраструктура так не финансировалась. Но, с другой стороны, это недостаточные цифры для того, чтобы все строилось в тех объемах, которые хотелось бы каждый год. Для того, чтобы каждый год было не по 100 новых школ, а по 300 новых школ. Чтобы было не по 100 стадионов, а по 200. Да? Чтобы дорог сдавалось не 6,5 тысяч километров, а 16,5 тысяч километров. Но невозможно сдать экзамен по физике, пойдя в первый класс. То есть есть какая-то эволюция. Вот сейчас государство с точки зрения инфраструктуры эволюционно делает правильно. Где-то даже революционно, проходя один год за три. Мы уверены, что каждый год финансирование инфраструктуры будет расти. Почему? Потому что по итогам 2020 года есть три отчета экономических органов. Это Киевская школа экономики, это Ukraine Economical Outlook, это Национальный банк. По разным оценкам вот этих трех организаций, вклад великого будівництва в рост ВВП страны от 1,7 до 4,5%. То есть можно считать по-разному, давайте зафиксируем 2,5%. Это значит, что когда мы мечтаем о росте ВВП в этом году на 5-6%, как говорит правительство, половину из этого это дает великое будівництво. Так, пане Юрію, вот я собі спеціально виписав деякі цифри. Да? Це 6,5 тисяч кілометрів доріг. Те, про що ви говорили, 142 школи, 117 дитячих садків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних амбулаторій і так далі, можна рахувати. Те, що я перелічив, це були плани на 2020 рік. Да? От на якому рівні воно все було виконано? На 100%? На 90%? І я хочу зробити невеличкий акцент. Ну, я думаю, всі знають, да, що в принципі у нас пандемія коронавірусу була, яку ніхто не чекав сам 20-й рік. Із-за коронавірусу плани були чуть скоріктовані. Дорог на самом деле в итоге сделали больше 6,5 тысяч километров. 4 тысячи километров дорог сделал Укравтодор свои трассы. Ну, допустим, в Днепропетровской области это Днепр-Кривой Рог, либо Днепр-Никополь. Порядка 2,5 тысяч километров сделали областные администрации. Что касается школ, садиков, стадионов, их чуть больше 100 каждого из наименований объектов было построено. 103 школы, 105 садиков и, по-моему, 113 стадионов. Приемные отделения начали строить позже всего. Задача была их построить к лету 2022 года. Это 210 приемных отделений по всей стране. Вот прямо сейчас в половине из них заканчивается монтаж оборудования. Половина из них была сдана еще в конце прошлого года, то есть даже с опережением графика. Ну, от ваші оцінки, тобто ви назвали цифри, да, і ваші оцінки, ми живемо, в принципі, в епоху пандемії, да, коронавірусу, це багато чи мало, це середньо, це як? Ну, давайте я вам скажу так, що 6,5 тисяч дорог, зроблених в прошлом году, це більше, ніж за всі предыдущие 6-7 років вместе взяті. Много це чи мало? Якщо оцінювати так, то це много. А если спросить, сколько дорог нужно сделать еще, то, конечно, хотелось бы сделать не 6,5 тысяч, а 16,5 тысяч каждый год делать. Возможно ли это делать, не делая ничего несколько лет до этого? Нет, невозможно. Это эволюционный путь. 100 школ – это много, потому что целенаправленно школы приводили в порядок. Раньше только в Днепропетровской, в Донецкой области. Во всех остальных областях это были такие единичные случаи. Сейчас это повсеместное явление. Пане Юрію, якщо говорити про велике будівництво, як таку цільову програму, які об'єкти у середньостроковій перспективі планується побудувати? Такі, можливо, масштабні, які для всієї країни будуть знаковими? Здесь нет середньострочної перспективи. Здесь позиція государства і позиція президента дуже простая. Нужно заканчивать з долгостроями і строительством по несколько лет. А все, что можно построить в рамках года, должно быть построено в рамках года. Поэтому, когда мы называем планы великого будівництва на 2021 год, это означает, что на 31 декабря 2021 года это все будет введено в эксплуатацию. Не просто построено, а получено разрешение Державной архитектурной будивельной инспекции на разрешение на эксплуатацию данного объекта. А поэтому здесь нет какого-то, что мы начнем в этом году и закончим через 3 года. Нет, вот все, что начнется в этом году и закончится, за редким исключением.
В этом году на самом деле произойдет знаменательное событие. Я надеюсь, что будут достроены запорожские мосты. Потому что их изначально собирались строить 5 лет после возобновления. Мы говорили, что построим их за 2 года, это апрель следующего года. Мы постараемся сделать все для того, чтобы они были построены в этом году. По крайней мере, проезжаемость по ним была обеспечена там, без там, нюансов, там, типа подсветки и всего остального. Есть трасса Днепр-Решетиловка, на которой там, на участке Днепропетровской области несколько инженерных сооружений, включая 650-метровый мост. Мы надеемся, что в этом году там, большая часть работ по этой трассе будет выполнена. А в старом графике эту трассу планировали закончить там, в 2028 году. Мы надеемся, что сдадим в этом, либо там, в начале следующего года. Есть трасса Днепр-Кривой Рог, которая полностью заканчивается в этом году. В принципе, она уже проезжаема. Это большая разница с тем, что было, но там еще не стоит барьерное ограждение. Где-то не стоят новые знаки, где-то не стоит новая навигация. В Днепропетровской области будет построено порядка 6 школ, 2 бассейна в Слобожанском и Слобожанская объединенная территориальная громада и город Никополь. А несколько стадионов. В июне уже открывается садик в Старых Кадаках. А в Днепропетровской области в этом году закончится трасса Днепр-Никополь. Сейчас начат ремонт трассы Кривой Рог-Запорожье. В прошлом году сделали от Кривого Рога до Николаева, от Кривого Рога до Днепра, от Кривого Рога до Кропивницкого. В Запорожской области уже эта трасса ремонтируется. По нашей области идут подготовительные работы, тендерные процедуры, делаются проекты. А в этом году в нашей области будет сделана вся трасса от въезда с Кировоградской области со стороны Пятихаток до выезда в сторону Донецка. Это порядка 220 километров. То есть это одна из основных там, сквозных артерий нашей области. Да? А в этом году, мы надеемся, пройдут все процедуры и работы начнутся либо в этом, либо в следующем году по трассе МРФ Лазовая, Павлоград на территории Днепропетровской области, по Харьковской она уже сделана. Угу. Это ну, то есть то, что там может быть важно жителям нашей области. Пане Юрію, я ще хотів запитати про гроші. Ви сказали, що це, в принципі, програма фінансується на рівні, на сьогоднішній день, на рівні 10-12% від державного бюджету, і це є державна програма. А, власне, якісь кошти інвесторів, тобто приватні гроші, залучаються? Приватні гроші для чого? Для будівництва для тих будівництва інфраструктурних чого? Об'єктів, які, про які ми говоримо. А яким образом можна залучити частні гроші для будівництва, допустим, траси Дніпро-Кривий Рог? Ну, от я вас питаю, наприклад, да, тобто, скажімо, є траса, да? В рамках цієї траси, да, там якісь будуть будуватися, не знаю, ларьки, умовно кажучи, де можна торгувати чимось, да? Це буде... І ви вважаєте, що виторгу з ларка хватить для того, щоб построїти трасу? Ну, я не знаю, я у вас питаю, ну, да? Я ж я питаю, чтобы вы сами поняли странность своего вопроса. Да? Ну, то есть государство несет несколько функций своих. За инфраструктуру отвечает государство. Теоретически в развитых странах возможно то, что называется концессией дорог. Когда строится новая платная дорога, параллельно существующая. В Украине в этом году ничего подобного не планируется. Может быть, в следующем году первая такая дорога будет строиться от границы Польши и Львовской области до Ровно, чтобы она везде была двухсторонняя. А с точки зрения инвестиций, но смотрите, если вы строительная компания и строите дорогу Днепр-Кривой Рог, то вы ее строите не совсем на деньги, которые вам платит государство. Вы сперва должны компанию организовать, нанять людей, обучить их, купить технику, купить заводы, купить материалы и потом строить. Это инвестиции или не инвестиции? Ну, в какой-то мере инвестиции, правильно? А в чистом виде это функция государства строить инфраструктуру. Так, тобто приватних грошей не залучається. Дивіться, я не економіст, да? Ми в довідці сказали, що у вас фінанси і кредит, я за фахом історик, тому я такі питання задаю, да? Тобто, оскільки ну, наших глядачів, які також не є за фахом економіста, можуть виникати подібні питання, і для цього, власне, ми тут з вами сьогодні зібралися. Я думаю, що якщо у кого-то із людей возникне бажання частными деньгами проинвестировать в строительство инфраструктуры в будь якой стране, то государство с удовольствием пойдет им навстречу. Проблема так, в том, что очереди из желающих не наблюдается, потому что сама по себе процедура, ну, наверное, лишена всяческого смысла. Так, пане Юрію, хотів спитати стосовно вас. Да? От, ми вас представили як консультант програм «Велике будівництво». Да? У чому полягають ваші функції? Тобто, у чому ви консультуєте, кого консультуєте, як це відбувається? Є координаційна рада «Великого будівництва», яка осуществляє координацію
координацию всех госорганов, и которая может привлекать различных консультантов и экспертов, и которые могут с ними делиться опытом. В силу того, что, будучи радником Валентина Резниченко в 15-19 годах, я изнутри видел, как работает система, и понимал, что во многих областях она не работает, я очень хорошо понимаю, как делать сугубо физические менеджерские вещи в бюрократических условиях. Потому что в вашем понимании «давайте построим дорогу» — это вышли, построили, а в понимании государства «давайте построим дорогу» — это 7 кругов ада, которые нужно пройти до того, как вообще она начнет строиться. Бюрократичные процедуры. Да, и поэтому мы очень хорошо это понимаем. Второе, у нас есть масса наработок в нашей области, которые мы с удовольствием передаем другим областям. Пане Юрію, ще такий момент, який досить так серйозно обговорювався, зокрема на просторах інтернету, да, це те, що у пандемії коронавірусу певна частина ковід-фонду була передана саме на будівництво доріг, тобто на велике будівництво. Да, і досить багато критики у зв'язку з цим доводилось чути. Що б ви могли відповісти на це? Я не слышал критику, я слышал мнение необразованных людей, которые не понимают, что происходит, если честно. Ну, давайте я вам попробую объяснить, что пандемия, она же случилась не в Украине, она случилась по всему миру. Есть три типа действий, которые могли в ситуации пандемии производить любые государства. Первое – это компенсация заработной платы, когда люди уходят на локдаун. Второе – это компенсация ставок по кредитам, арендной платы бизнесу, когда он уходит на локдаун. И третье – это стимулирование экономики через госзаказ. То есть гарантированный сбыт, гарантированный заказ, за который на тендерах, в Прозоро, как у нас в стране, борются частные компании. В Украине были частично выполнены первые два условия и полностью выполнено третье условие. Если вы посмотрите твиттер Джо Байдена, президента Соединенных Штатов Америки, он объявил о великом будовництве в Соединенных Штатах Америки стоимостью 2 триллиона. Если вот эти малообразованные люди, которые в интернете критиковали то, что мы делали в 2020 году, почитают, что делает Америка, они удивятся, они делают ровно то, что делали мы, только с поправкой на свой масштаб. У них это исчисляется в триллионах долларов, у нас это в миллиардах, гривен. Кроме того, в ковидном фонде было выделено на медицину 22 миллиарда гривен, из которых Министерство здравоохранения, как государственный орган, отвечающий за медицину, использовал 19. 3 миллиарда остались неиспользованы. Это значит, что Министерство здравоохранения получило все деньги, которые оно попросило на борьбу с пандемией и даже больше. А часть ковидного фонда, так называемые деньги газпромовские, полученные в результате арбитража «Нафтогаза» с «Газпромом», изначально и планировались довести до «Укравтодора» на дороге, и так и произошло. Это позволило создать порядка 250 тысяч рабочих мест, людей, которые работали, создать инфраструктуру и улучшить логистику в стране, а не наблюдать дальше за разбитыми дорогами. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, сколько было запрошено на медицину, столько из ковидного фонда дали и даже больше. Более того, вчера была хорошая статья на «Левом береге», юристские из Национальной службы здоровья, НСЗУ, вы сейчас знаете, да, у нас в медицине другая система, не по койко-местам больницы получают, а деньги ходят за пациентом. Mm-hmm. То есть больница оказала услугу, написала отчет в НСЗУ, и НСЗУ заплатила то, что государство должно компенсировать за пациента. Рокетеры, такие практики, здесь плюс-минус. Да, и на остатках больниц, на их расчетных счетах по состоянию на 1 января было 19 миллиардов гривен. Это говорит о том, что деньги в стране на медицину есть. Здесь вопрос менеджмента Министерства здравоохранения и директоров больниц эти деньги использовать. Так, тобто ви вважаєте, що менеджмент у наших лікарнях не зовсім добрий, да? Оскільки ми говоримо про інфраструктуру, а це люди. У нас є порочна практика, залишилася з Совєтського Союзу, коли, по суті, директором лікарні є головний врач. Проблема в том, что компетенция главного врача – лечить, а компетенция директора – управлять. Это несовместимые профессии, потому что все главные врачи, которые являются, по сути, директорами больниц, заканчивали не институты по менеджменту, а институты медицинские. Их учили лечить людей, проводить операции, назначать лекарства, назначать реабилитацию, делать диагностику, но не управлять больницами. И очень важно, чтобы у нас в стране директорами больниц или главными врачами, как они называются, становились люди,
люди с образованием медицинский менеджмент. Так, пане Юрію, ще одне питання, яке доводиться чути в критичному такому сенсі, якщо говорять про велике будівництво. Говорять, що певні роботи, ціни на певні роботи є завищеними. Хоча, як ви сказали, в принципі, все це проходить через Прозоро, через відповідні тендери. Що б ви відповіли цим людям? Ну, смотрите, можна, там, я не знаю, там, варіантів 10 відповідей вам можу дати. Можемо взяти, допустим, 19-й год, суму денег, виділених Укравтодору, розділити на кількість кілометрів і провести таку же операцію в 2020 году. Окажется, что в 2020 году стоимость одного километра ниже. Можем взять отчет независимой организации КОСТ, которая сказала, что стоимость текущего ремонта в этом году, в 2020 году выросла, и абзацем ниже написала, что в этом году текущий ремонт, это уже по сути капитальный, когда дорога делается там из нескольких слоев, там 35-55 сантиметров, чего ранее никогда не делалось. Да? А оправдано ли увеличение слоев дороги, когда, ну, если таким обывательским языком говорить, когда идет ее ремонт? Конечно, потому что чем глубже степень ремонта конкретной дороги, тем больше она прослужит и тем больше на нее гарантийный срок. Что лучше, сделать дешево, но переделывать ее каждый год, либо сделать чуть-чуть дороже, но в следующий раз вернуться к ней через 10-15 лет? Ну, ответ очевиден. Пане Юрію, от ваші прогнози як фінансиста, як людина, яка близька до економіки, який буде економічний ефект від великого будівництва, зокрема і в першу чергу від будівництва доріг? Я вижу прогнози там уважаемых экономических институтов, и каждый из них говорит, что вклад великого будівництва в 2021 году в ВВП страны будет от 3 до 6%. Если все программы финансирования великого будівництва будут выполнены, это значит, что в росте ВВП 3-6%, ну, вот, там, он вырастет, допустим, на 8 либо на 10, из этих 80, 3-6 это будет великое будівництво. Так, а якщо дивитись такою з людської точки зору, да, тобто це якісь робочі місця створення, можливо, от як? Ну, во-первых, это люди, которые возвращаются с заработков в той же Польше. Это тысячи историй по всей стране. Несколько дорожно-строительных компаний запустили целый флешмоб в социальных сетях, в Фейсбуке в частности, когда они показывают лица людей, рассказывают их истории. Это европейские зарплаты. А второе, не забывайте, что вот вы живете в Днепре, допустим, да, и вы хотите ездить по чистым светлым улицам, которые освещаются, в которые там электротранспорт ходит. Это все идет из бюджета Днепра. А бюджет Днепра на 90% состоит из налога на доходы физических лиц, зарегистрированных здесь. Это значит, что там условно там 3000 человек, работающих в какой-то дорожной, строительной или просто строительной компании, проживающих, зарегистрированных в Днепре, получая зарплату в рамках программы «Великое будівництво», вообще-то налоги платят в бюджет Днепра, на который город Днепр потом делает вам конфетку из города здесь. Пане Юрію, у нас залишається буквально хвилина, і не можна не спитати про особисте. Да? На сьогоднішній день ви є консультантом програм «Велике будівництво». Де себе бачите далі? Можливо, виконавча влада, можливо, це повернення в бізнес? Ні, я дуже хочу повернутися в бізнес, але я вважаю, що програма повинна дійти до свого кінця, і ми повинні їздити по всій країні по ідеальним ровним дорогам, всі школи повинні бути нормальними, больниці і садики, а далі можна повернутися в бізнес, ну, тим більше я з нього не уходив формально. Я ж не є чиновником, і я їм як займався, так і займаюся. Ну так, на НАЗК інформації стосовно у вас немає, зрозуміло, це не чиновницька робота. Пане Юрію, я вам дуже дякую, дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Юрієм Голиком. На все добре.